Дамы и господа, рад всех приветствовать. Меня зовут Рош Шамилов, компания Deep Tech Израиль. И сегодня мы будем с вами говорить о цифровой керамической печати по стеклу. Экскурс в краски керамические. Керамическая краска, в принципе, состоит, основа ее – это фрита. Фрита – это мелкодисперсное, не знаю, как ее назвать, мелкоизмельченное стекло, которое измельчено до наноразмеров. Все это смешано с пигментом, и все это находится в виде взвеси внутри сольвента, растворителя. Осталось 12 микрон примерно на стекле, и после закалки 1 микрон погружается внутрь стекла, за счет этой связки и происходит эта устойчивость красок. В чем различие пасты ШТП, пасты для шелкографии, от красок для цифровой печати? Всегда клиенты спрашивают, а можно ли в принтер заливать керамическую пасту, которая используется для шелкографической печати? Вот оно объяснение. Нельзя. Что такое печать, как это происходит? Глобально объясню. Наверху изображена вот головка печатающая. Слева она показана в схематическом виде. Желтым цветом это мембрана. То есть что происходит? У нас стоит пьезоэлемент в головке, который пульсирует как с определенной частотой, и при помощи вакуума мембрана двигается вверх-вниз, таким образом выстреливая капли краски на стекло. Спасибо за внимание. В принципе, это все, что есть мне рассказать.